Девятиклассница Евангелина Исайчева – волонтер движения «Первых». Девочка интересуется историей своей страны, поэтому не могла пропустить урок, прошедший в Самарской публичной библиотеке для учеников средней школы. Мне очень понравилось, как доносят материал, потому что это было, во-первых, что-то новое, я узнала. То есть, насколько я знаю, не обширно про происходящее действие сейчас, а там рассказывают более подробно, что делают, как помогают. Это интересно слушать. Урок был организован в рамках проекта «Сила в правде». Его главная цель – рассказать слушателям об истоках нацизма, причинах и целях СВО. Нацизм – это страшная идеология, и, конечно, которая принесла огромное количество жертв вообще в мире, убийств, насилия. И, конечно, наша задача, вот как педагог и школа, это прежде всего привить детям именно такие антифашистские убеждения. С февраля прошлого года в публичной библиотеке на постоянной основе открыта выставка «Сила в правде». На ней представлены тематические книги, вырезки из газет и официальные документы, посвященные военной тематике. Материалы постоянно обновляются и пополняются. Желающие могут почитать книги в зале или взять их домой. Очень важно, чтобы молодежь знала историю страны и причины и цели спецоперации, что происходит во всем мире. Организаторы уверены, проведение просветительских лекций, подробное объяснение происходящего в стране помогает молодежи сформировать свой взгляд на текущие события и способствует развитию патриотизма. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.